Salut à tous, c'est Romain Devagnan et voici le troisième épisode de ma série Les Saveurs d'ici et d'ailleurs. Je me suis fait inviter par un couple lituanien. La Lituanie est un pays qui se trouve au nord-est de l'Europe. Ici. Attends, je zoome un peu. Voilà. Ici. Ils ont un bébé, c'est pour ça que dans la vidéo, il y avait soit la femme, soit le monsieur, mais jamais les deux en même temps. Parce qu'il y avait toujours un des deux qui devait s'occuper avec le bébé. Sauf à la fin, ils sont venus à deux pour le moment de la fin parce qu'ils s'étaient endormis. Dans cette vidéo, ils vont me faire découvrir la cuisine lituanienne, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne m'ont pas fait goûter les tziplines. Parce que même moi qui connaissais aucun plat lituanien, je connaissais celui-ci parce que c'est le plat lituanien le plus populaire dans le monde. Donc je ne pouvais pas faire de vidéo qui parle de cuisine lituanienne sans parler de ce plat. Donc même si ils ne me l'ont pas présenté, je vais vous en dire un peu. Ils m'ont tous les deux confirmé qu'effectivement c'est le plat le plus connu, mais malheureusement ils ne savent pas le faire. Bref, c'est parti. Les tziplines ou tchikoukoulié sont le plat national de la Lituanie. Il s'agit de sortes de boulettes à base de pommes de terre râpées et généralement farcies avec de la viande ou parfois du fromage blanc caillé ou des champignons. C'est un plat populaire de la cuisine lituanienne. Leur nom vient de leur forme qui évoque celle des zeppelines. Leur longueur est en général d'environ 20 cm, mais la taille varie selon les régions. Une fois bouillies, les tziplines sont servies avec une sauce à la craie maigre et du bacon ou de la couenne de porc. Bon, maintenant que c'est fait, je vous laisse avec la suite de la vidéo chez le couple qui m'a accueilli. Здравствуйте, Орелия. Здравствуйте. Какое блюдо вы сегодня мне покажете? Шальтибырщи. Ты шалта брокелю срубе. Литовишка с национальным спотеколос. Спасибо. Вы бы могли мне описать, с чего это делается? Шальтибырщи, йоси, накрапы, свагуну лишки, брокки, огурки и кефир. Мы съедаем с бульвами и кюшинами. Спасибо. Приятного аппетита. Вам тоже. Спасибо. Спасибо. Холодный борщ. Холодный борщ по-литовски это шальтибырщи, по-английски pink soup. Pink soup? Да. Это лето супа. Мы кушаем лето. Возьми рядом картофки. Картофки, леденцы. Если тебе нравится, да. С картошкой кушать. Да, картошкой и яйцем. Хорошо. Тогда будет такой хороший тандем. Думаю, что вам очень интересно первый раз. Вкусно. Да. Когда горячий воздух, очень хорошо. Да. Ну и как вкус? Это совсем не похоже на борщ. Вообще. Просто назвал борщ из-за того, что похожие ингредиенты, да. но совсем другой вкус из-за того, что кефир добавлен. Да, именно, да. Из-за того, что оно холодное, да. И мяса нет. Да, да. В борще сильно, в теплом борще, в русском или в украинском борще, сильно мясо вкус. Слышно? Да, именно. И здесь нету мяса, и кефир, и холодный, это совсем другой вкус. Совсем другой. Еще кроме этого, борщ, он как вода. А да, это да, борщ да, более да, густой. Как кисель. Он да. более густой из-за того, что кефир. Я думал, что похоже будет на борщ, но совсем вообще. Ну интересно, первый раз я думаю, что... Первый раз, да, очень интересно. Первый раз интересно. Да, да. Я еще не кушал блюдо с кефиром. Какое сегодня второе блюдо будете мне показывать? Ты лятовый традиционный спотекало, который называется кугелис. Ой, мачерня! Сколько кугелис! Кугели ей на бульве, с пена, с свагуна, с келики ушини, друска и пепиры. И ждар дар пена, стеклина вена. Спасибо. Хорошо. Что вы приготовили с ним? Мы кушаем с ним соус. В соус входит лук, бекон и крем. Спасибо. Спасибо, пошли пробовать блюдо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Да. Попробуем это. Кугелис. Кугелис. Да.
cool. Надо с сметаной. Сметана. Да. Ну и как? Мы кушаем с много сметаны. Так лучше. Да. Это похоже на сырные, какие я кушал тогда в украинском видео. Что вы кушали? Даруны, украинские даруны. Борщ и... Я кушал борщ, вареники и даруны. Третье блюдо? Нет, я не видела третье. Но третье блюдо, это похоже на это. Это картошка четвертая. Но вы ее в духовку поставили, а даруны на сковородке. Они такие маленькие, вот такие, как блинчики, но с картошкой. Но такие маленькие. А, знаю, у нас такие есть. Потом... А вы с большим этом сделали в блюде и в духовой печке. У нас по-бальтийски все блюда similar. Похожие. Да, похожие. Нет, я еще не кушал бальтийские, но в славянских тоже такие есть, с картошкой. Да. Можно с мясом или без. Но... Маня, у меня толпа. Руны. Что такое? Видели в украинском видео? Не, все. Третий блюд. А, да. И у нас, я как и сказала, и у нас такие. Но просто не в печи, а в сковородке. Да, именно, да. На сковородке. Ну это лучше в шальти больше. Что? Это лучше в шальти больше. Да? Да. Ну вот он. Я вчера читала по-литовски кулинарные традиционные блюды. Яблок и сыр. Он традиционный. Да. Яблок и сыр. Он из Литвы. Это и... что? Яблоки с сыром, это что? Яблоки. Яблочный сыр. Он точно такой традиционный. Сыр из яблоки. Сыр из яблоки? Да. Хорошо. Сыр из яблоки. Ну, сыр не сыр. Только из яблоки. Сыр не сделан с молока? Нет. Из яблок. Из яблок. Да, именно. Вы его сделали? Нет. Нет. Кушали, но не сделали. Хорошо. Спасибо за приглашение. Все очень вкусно было. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. Приятно. Merci beaucoup à Uriela et Marius de m'avoir invité chez eux. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez me faire découvrir des spécialités de votre région ou pays ou peu importe, vous pouvez me contacter. Pas obligé d'avoir un restaurant tant que vous avez une table, des chaises et un plat à mettre dessus. C'est amplement suffisant. Même un tout petit appartement est amplement suffisant. Je n'ai pas beaucoup de matériel, juste un trépied, une caméra compacte, tout ça prend à peu près 1 mètre carré. Donc tant que votre appartement fait plus d'1 mètre carré, c'est suffisant. Le plus important, c'est de me faire découvrir des spécialités de région ou de pays que vous voulez. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour la découverte d'autres saveurs d'ici et d'ailleurs.